Друзья, вам нравится смотреть новые выпуски? А мне нравится их делать. Сделайте репост, и вы поможете мне. Спасибо. Ибрагимович, Мейвезеру и Макгрегору лучше выйти на бой против меня, я отправлю их в больницу. Ни для кого не секрет, что один из величайших нападающих современности Златан Ибрагимович является большим поклонником единоборств. Главный бомбардир Манчестер Юнайтед и сам в юности серьезно занимался тхэквондо, когда еще жил в пригороде небольшого шведского города Мальме. Любители смешанных единоборств и бокса с нетерпением ожидают официального объявления о поединке между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером, но бойцы никак не могут прийти к соглашению по размерам гонораров. Златан, который известен своими эпатажными высказываниями, обратился к обоим спортсменам. «Я уже сыт по горло драмой между Мейвезером и Макгрегором. Им обоим было бы лучше остановить все эти выходки и выйти на поединок против меня. Посмотрим, как будет развиваться событие, но эти двое отправятся прямиком в больницу», — приводит слова футболиста Мондо Депортиво. Вряд ли кто-то удивится, если после завершения карьеры Ибрагимович все-таки решит попробовать свои силы в ММА или боксе. Правда, есть одна проблема. Златан весит на 25 килограмм больше, чем вышеупомянутые бойцы. Поэтому организовать поединок с кем-то из этих двоих не представится возможным. Холм подала протест на результат титульного боя с Дерен Дами. Американка Холли Холм подала протест в атлетическую комиссию Нью-Йорка на результат боя за пояс UFC против Жермейн Дерен Дами, утверждает Bloodil.com. В поединке, состоявшемся 11 февраля, 32-летняя представительница Голландии одержала победу единогласным решением судей. Во время боя рефери два раза не сумел развести соперниц после гонга, что позволило Дерен Дами нанести по Холм несколько ударов, но судьи не сняли с нее очки. Это не устраивает бывшую чемпионку, которая уверена, что в таком случае арбитры признали бы ничейный результат. Джордж Сен-Пьер близок к подписанию контракта с UFC. Как сообщают многочисленные источники, бывший чемпион UFC в полусреднем весе Джордж Сен-Пьер сумел уладить разногласия с UFC по поводу нового контракта. Известный ресурс MMAFighting.com сообщает, что Джордж очень близок к подписанию нового соглашения с UFC. По сообщениям, Сен-Пьер должен провести свой следующий бой в третьем квартале этого года. Руководство UFC пока никак не комментирует ситуацию. Стоит отметить, что Дана Уайт в недавнем интервью подтвердил, что встречался с Фредди Роучем, тренером по боксу Джорджа, и с самим Джорджем, однако Дана отказался говорить о деталях встреч. 35-летний Сен-Пьер провел свой последний бой в ноябре 2013 года, победив Джонни Хендрикса. После этого Джордж заявил, что планирует взять отпуск от боев. В течение этого времени Сен-Пьер и руководство UFC довольно часто обменивались критикой в адрес друг друга. Джорджа не устраивало то, что руководство организации отказывается принимать меры по усилению допинг-контроля. Уайт тем временем заявлял, что Сен-Пьер уже никогда не вернется в бои. Вы смотрели новости ММА. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе самых важных событий.